Русская бакалейная компания входит в тройку лидеров отечественных производителей специй и приправ. Предприятие расположено в Щелкове с 2004 года, с тех пор успешно развивается. В 2021 году благодаря бакалейной компании в бюджеты всех уровней поступило 56 миллионов рублей. Предприятие ведет активную благотворительную и общественную деятельность. В месяц выпускается порядка 800 тонн готовой продукции. Перспективы развития компании обсудил на встрече с руководством и работниками глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. За последний месяц спрос на товары, выпускаемые бакалейной фабрикой, резко вырос. В планах на год увеличение объемов производства на 20%. Для этого необходимы дополнительные электрические мощности. Это стало одним из важных вопросов, обсуждаемых на встрече. Мощности мы найдем для компаний, которые развиваются на территории как минимум нашего филиала, мы все технические мероприятия страны самого подготовим, реализуем, мощность обеспечим. Андрей Булгаков осмотрел производственные цеха компании. Здесь производятся различные специи, пряности, соусы и маринады. Продукция выпускается как под собственными брендами «Индана», «Магета» и «Вкусмастер», так и под торговыми марками заказчиков, в числе которых крупные торговые сети. Сегодня здесь работает более 270 сотрудников, преимущественно жителей города. Глава округа обсудил с сотрудниками предприятия важные для них вопросы. Рабочая смена заканчивается в 20:00. Зачастую бывает проблематично добраться до дома. Интервал движения общественного транспорта в это время увеличивается. Решением стало направить обращение к перевозчику. Работники обратились и с просьбой об оборудовании пешеходного перехода около проходной, а также ремонта пешеходного моста через ручей Шелоховка. Замену досок на нем планируют провести уже весной. А вопрос с дорожным знаком будет решен после проведения комиссии по безопасности дорожного движения. Анна Балиец, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.